Всем привет, с вами Алан. Мы играем в Orcs Must Die 2. Назовем это как отдых отдел, потому что совершенно не напрягающая игра. Так, расслабон и игра. Мать его. Погнали. Так, давайте. Я шипы. Возьму шипы. Так, давайте. А то есть. Я шипы. Возьму шипы. Не, давайте сначала посмотрим. То есть. Куда-нибудь не сначала убегать. Посмотрим. Куда они будут убегать? Отлично. Хорошо. Откуда. А, они отсюда бегут. Отлично. Тогда. Хорошо. Я очень обожаю эти колья. Обожаю их за то, что они. Я очень обожаю эти колья. Когда обожаю их за то, что они пячиваются, а точнее выскакивают, они прямо в задницу оркам. Это очень выглядит красиво. Задницу оркам нравится. Это очень выглядит красиво. Еще я люблю вот эти хрени. Так. Просто обалденные хрени. Собственно говоря, тоже. Довольно. Опасные штуки. Так. Довольно. Опасные штуки. Я не понял, у нас два входа, по-моему, да? Откуда они могут появиться? Появиться? Собственно, пускай он. Ну, паладина тоже мы поставим. Ага. Давайте выпустим. И посмотрим, что это там будет. Пошли, родные. Ребята, пошли. Ах ты. Зеленые печи. Каким страшным. Получаем. Ну, первая волна это было что-то в районе детсада. Давайте посмотрим, что будет со второй. Ну? Твою мать, вторая открылась! Ёп! Я не успел никому. Ну, посмотрите, ребята, охотите за мной. Справа он не дойдет. Я думаю, перед этот отмеш. Тут одни. Так, а что мы тут помним плохие? Ребята. У нас еще одно есть. Еще какое колючее? Так. Ага, хорошо. Смотрите. 5. Сюда. Куда бы нам еще? Гномов давайте поставим. Чтобы они сверху так шмаляли. Зря поставил. Ладно. Надо было чуть меньше ставить. Я служу Альянсу, как и мой отец. Так, ладно. Выпускай ногу. Третья отпахла. Идет какой-то. Это голубой хрен. Я не знаю, что. Ой, блин. Не знал, что вот он блокирует. Нет. Да, у меня. Тут, собственно, меня убивает. Так. Нас на клипах. Итак. Что-то сложности нет. Разбока. Кто там убит? Ой-ой-ой, они походу пошли. Ай-яй-яй-яй-яй. Моя оплошность. Моя оплошность. Так, так. Я вижу. А, дружище, смотри. Ты, блин, огненный хрен, ты, блин, ты. Получай. Все твои кишки теперь. На полу. Чуть не прыгнул в лаву. А. Так.
Так, и четвертая волна. И мне кажется, что можно здесь бомбу поставить. Мне что только послышалось? Мне только что послышалось, что он... Что гном только что... У него была фраза из Варкрафта. Ты что, не видел меня в бою? Господи, что за панк там есть? Ребята. Так, это... Мне кажется, вам не стоит ушляться. Берем. Именно так. Ну, уже пятая волна, и что-то пока что я не встречаю никаких, совершенно никаких сложностей, вообще нету мне напряга никакого. Я думаю, вот это все равно. Слежу попку. Естественно, они здесь будут. Ой, да что там, господи? Ребят. Ну это определенно. А, да. Так, и мне хочется поставить еще двух паладинов. Я вряд ли очищу свою обувь от ворочей крови. Ну да, да. Так, а каков? А, ну да. Пора на пикник! Что-то вообще легковато. Что-то вообще легко. Это вообще, ребята... Это вообще, ребята, какие-то никакие. Что-то вообще. Так, это там дружище. Где-то прекращай там помаленьку. Это что-то ты разошелся. Твою мать. Подожди, что-то я не понял. Что-то я не понял. Каким образом он прошел? Они, судя по... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они, походу... Сюда заворачивают, странно. Ладно. Ладно. Я еще выпущу. Так, а это что за... Где твою мать? Это что за... Что за кишаки? А, смотрите. Ой, мать. Если крокодилов сами мы еще и заворачиваем. Сюда не надо. Так, ну раз они заворачивают, значит нам нужно готовиться к чему-то жесткому. Вот уже жестче становится. Потому что я не думал, что они будут пробегать вот так вот. Это хреново. Поэтому давайте, жители подземного города, помогайте. Подрывайте этих сов горбатых. Блин, эти... Это походу какие-то... Ёб твою мать, у них на спинах еще какая-то херня. Взрывчатка, они охренели вообще. Сейчас хитрые твари. Куда вы приете, друзья дорогие? Расслабьтесь. Получайте удовольствие. Иногда я даже жалею орков. Ну, подорожку. Да мне их с самого начала жалко стало. Мне будет приятно изуродовать вас. Уже девятая волна, они... Вообще никакие. Вообще без напряжения просто. Раскидывают их.
аж кишки летят. Ребята, ну что ж вы никакие такие, а вообще? Давайте, покажите себя. А, меня убили опять. Вот злоебучие твари. Так, десятая волна, блин. Вообще напряга никакого. Так. Вы, блин. Твою мать, псы горбатые. Псыны! Твою мать. Несут на горбу себе херню всякую. Опа, ребята, вас положили. Как так? Так, и у нас 11-я волна. Давайте устроим трэш этим оркам. Чтобы они запомнили на всю жизнь свою. Короткую свою, бесполезную, вонючую, зеленую жизнь. Чтобы они запомнили это все. Как страшный сон. Иди сюда, сучка. Так, этот братишка, ты чего? Ты какой-то мне брат. Подходит новый враг. Да пошел ты. Вообще никаких напрягов. А это что за херня? А это что-то не то. Ладно. Блин, мне их как-то жалко, если я поставлю еще паладинов или гномов. Это они вообще бедненькие. Станут. Нет. Псы бегут! Псы детектор. Ёпта. Да, ёпта. Куда, ребята? Ух ты. Ты что, ёпта, мать? Ну, наши качки разберутся с ними. Никто подрывные хвалит. А то красные, кто-то лупает, ой, твою мать. Один сгорел, другой замерз. Отлично. Отлично. Так, и там что-то, вы там что? Думали? Вот мы пошли. Одну миссию. Ну, игрушка, честно, вот, легкая совершенно, то есть засела, натягивает, конечно, веселая. Засела, за день прошел, забыл. Ну, в общем, после тяжелого рабочего дня так зайти и поиграться неплохо. В общем, всем до встречи и пока.